как получится. Сергей Александрович, завершается практически подготовка к чемпионату мира, первому после Паралимпийских игр. С каким настроением готовится команда и какие изменения произошли в ней? Прежде всего, я хочу сказать, конечно, мы с нетерпением ждем предстоящих соревнований. Конечно, некоторым испытанием лакмусовой бумажки для нас послужили соревнования. Это мы участвовали в международном турнире в Канаде под таким амбициозным названием World Challenge Cup, в котором принимали все лучшие участия, все лучшие команды мира. И вы знаете, мы обыграли впервые в нашей короткой истории канадцев на их канадской земле. Вот. Затем мы играли в финале также с американцами. В первом периоде вели со счетом 1-0, потом 0-1 проиграли. Затем упорная борьба ничем не закончилась. В третьем периоде 0-0. И только в овертайме мы, значит, уступили американцам. Сделали, конечно, очень серьезные и важные для нас выводы. И, естественно, трансформируем, видоизменим систему подготовки к предстоящему чемпионату мира. И самое главное, нужно поднять уровень духовитости наших игроков, уровень исполнительской дисциплины и уровень реализации тех моментов, которые мы создаем. После просмотра всех записей этого турнира, я имею в виду канадского турнира, мы пришли к выводу, что не соперники нам создают сложные моменты, голевые моменты у наших ворот, а мы сами в результате наших ошибок. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы за короткий период времени избавиться от этих недоразумений и ошибок, наиграть состав, и прежде всего наши, мои игроки должны проникнуться сознанием того, что им полностью доверяют. Выходите, реализуйте себя и готовьте праздник ко Дню Победы для нашего народа. Ну, что касается изменений в составе, много ли ребят ушло и много ли пришло молодых? Ребята, как правило, сами не уходят и не приходят. Ротация, она подразумевает под собой привлечение перспективных ребят, которые проявили себя прежде всего вот на соревнованиях чемпионата страны на финальном этапе. Ну, в данном случае я могу назвать Полина, я могу назвать Еремина, я могу назвать Соколова, я могу назвать сейчас, очевидно будет Касаткин, вратарь, который вместо Команцева займет место Команцева. Помните выдающуюся игру, искрометную игру Команцева, который влюбился в себя все женское население нашей страны. Вот. Поэтому, конечно, изменения есть. Они, конечно, волнительны, потому что для многих из них это первое такое ответственное соревнование. Но мы вспоминаем наших великих, наших тренерских гуру Тихонова, например, который в свое время повез на ответственные соревнования экспериментальную сборную и добился результата. Дух, сплоченность, коллективизм, но и патриотизм – вот что должно быть присущим нашей команде, и тогда мы добьемся результата. Вы видите, как меняется отношение к слэдж-хоккею в стране после сочинского серебра? Да, мы, конечно, это все видим. Но мне бы не хотелось, чтобы это восторженное отношение нашего народа, благодарное отношение за то, что наши ребята по-настоящему бились и показали, как нужно стремиться для того, чтобы добиться такого выдающегося результата, как впервые участвовать в таких соревнованиях и играть в финале, не утихло, не угасло. Поэтому я, пользуюсь такой возможностью, позволю себе обратиться к Владиславу Александровичу Третьяку, президенту Федерации хоккея России, и Дмитрию Николаевичу Чернышенко, президенту континентальной хоккейной лиги, с тем, чтобы возобновить и продолжить сотрудничество для того, чтобы и наши выдающиеся хоккеисты увидели и прониклись и впитали в себя тот патриотизм и тот дух и несгибаемость, которые проявили слэдж-хоккеисты. И мы рядом с этими звездами хоккея были бы еще более восторжены и готовы поднять наш уровень мастерства для того, чтобы разгромить наших предстоящих соперников. Накануне Паралимпийских игр мы с вами разговаривали о том, что, наверное, стоит написать учебник для тренеров по слэдж-хоккею. Работа идет? Некогда этим заниматься. Очевидно, что когда появится
время, оно может появиться только в результате того, что негативные инициативы, как всегда, завистников могут вывести меня из обоймы, но мы будем сражаться, мы будем доказывать, мы будем побеждать. Поэтому я думаю, что в ближайшее время не хватит времени ни на мемуары, ни на учебники. И последний вопрос. Вы видите, как меняется все-таки доступность среды в стране? Вы знаете, мы только 14 марта вернулись опять из Сочи. С великолепным настроением, ностальгическим настроением. Мы еще раз увидели этот прекрасный город, увидели все спортивные объекты, потренировались, имели возможность провести экскурсию по городу. Мы поднимались на Роза Хутор. И никаких, поверьте мне, проблем, я нисколько не лукавлю, у нас было 5 колясочников, никаких проблем в преодолении среды не было. Ясно. Спасибо. Удачи вам на предстоящем чемпионате мира.